Hey, yo, guys, с Мишей Микки, мы продолжаем проходить игру под названием Guacamole 2. Мы с вами находимся, как вы видите, в поле агавы. И походу мы идем к себе домой. Осторожно, молодой человек. Там много лет уже никто не живет. Там лишь горы пыли, да, бродячие скелеты. Ой, да ладно, тут тоже этот красная херня. А и она тоже отмечается на карте. Да, тут заросло сильно, смотрите, какие-то цветы повырастали. Джоан, Люпита? Это ж его дети. Нихера, тут пещера есть. Манговые леса, темнейшее измерение. Хорош. Ну, блин, у меня воротов пока что нету, поэтому... Нихера, это у них что, такая кровь? Раньше крови не было. Как-то их очень слабо атакую. Очень и очень слабо. Это, походу, арена сейчас будет, когда я вернусь, да? Я сейчас за маской ведь иду, так? Хуан. Это и правда ты? А этот старый козел. Уай Чивас. Справился? Это я, Тосада, хранительница маски, помнишь меня? Так странно видеть тебя вновь. Классно, что ты, кстати говоря, такие густые. Хуан. В тот раз мы были как никогда близки к победе над Калакой. Клянусь, с Сальвадором мы такой ошибки не допустим. Закрой глаза и замри. Буквально на секундочку. Классно, классно, классно. Ты... Она меня просто ебнула. Найс, она меня убила. Она меня убила. Манать ящики. Ящики, я вам скажу, тоже стали довольно тяжелее. Прости, что я тебя убила. Нужно было отправить тебя в мир мертвых. Но неважно. Смотри, а вот и она. Поистрепалась. А, поистрепалась маленько, конечно. Но все это время верно ждала тебя, Хуан. Иди же, пока не превратился в скелет. Вот таким я тебя и помню. Эх, жаль, усов так не видно. Теперь нам нужно вернуть тебя обратно в мир живых. В этом нам поможет совет Они. В Вильд-болоте. К востоку отсюда. В путь, Хуан. Я буду рядом, если понадоблюсь. Совет. Теперь в книге могут присоединиться к другим игроки. Нажмите S, чтобы контролировать второго игрока, чтобы играть за Тостаду.
Ну хотя, слушайте, может быть, она будет и не такая уж маленькая игра. Да, как я понял, мы, походу, растеряли всю сноровку свою по способностям. И переключаться между мирами я тоже не могу. Великолепно. Ну, конечно, скелеты очень сильно изменились по внешке. Да ладно. Блин, почему ты? Так, подождите, управление. Поменять управление. Прыжок. Так, сколько тут вообще кнопок? Уклонение, shift. Атака, пускай А будет. Прием D. Нет. Захватите В. Прыжок. Так, вниз, туда-сюда. Прыжок С. Атака А. Прием Q. Захват В. Д. Смените мир. Е. Е. Сменить мир у себя, это как понимать? А, ну это если много игроков, я понял. Прыжок. Пузырь Т. Какой-то пузырь еще есть, непонятно. Нихера себе. Хуан, Тостада, Чай Чива, Кстабай. Нихера себе. Может, мы за старика сыграем? Почему бы и нет? Алло. Ну, слушайте, пока что прикольно.
Я их носил деда. Ready? Как-то почему-то неудобно, малёха. Ладно, привыкну потом, думаю. Ну ладно. Пускай будет Фуан, Фуан нужен, да и все. Главное не перепутать уклонение. Так, я чуть не упал сам. Так, отлично, вот суши косарь. Нихера себе, теперь они могут их ближнюю атаковать. Что-то новенькое. Что-то новенькое. Кажется, мне была другая, да, кнопка атаки. То, что я смотрю, мне как-то неудобно. Хуан. Достада. Наконец-то, я уже все себе отсидел, пока прятался. Блин, а мне вот интересно, если бы я старика бы взял в этот момент. Ну, теперь ты выглядишь как настоящий лучадор, Хуан. Правда, безумный наряд, и это еще далеко не все. Если хочешь одолеть Сальвадора, придется вновь освоить все необходимые умения. Напомним, тайны древних лучадоров умения хранят особые статуи. Та, которую ты только что беспощадно уничтожил, хранила легендарный путешественный апперкот. Путешественный апперкот пробивает красные блоки, а еще его можно выполнить в воздухе. Но если будет им злоупотреблять, твои силы иссякают, и тебе придется ждать, пока они восстановятся. И не такая бывает, когда не слушаешь наставника. Теперь все с петухами связано. А, видите, а тут только две силы. Интересно, можно как-то ускорить процесс?
появления врагов. Ну, то есть... Блин, короче, забейте. Да ёлы-палы. Так, денежка. Очередная арена. Да ладно, они уже появляются. Так, я смотрю, у меня какая-то ярость накапливалась. Так что за бредятина? Я не могу управлять. А, неудобно. Все равно какое-то как будто неудобство. Блин, я даже теперь не знаю, может, пускай shift будет уклонение. С удары и Д суператаки. Захват. Уклонение, пускай shift. Ага, я понял. Теперь у меня другая проблема. Управление. Х. Попробуем так. Теперь привык, сам привыкай. Сам натворил, сам привыкай. А
полетел. Мне нужно попривыкать просто к управлению, да и все. Но на самом деле здесь ничего такого сложного нету. Но я говорю, снова же, нужно просто ко всему привыкнуть. А теперь две курицы появилось. Как мне это сделать? Как у меня было управление тогда? Ах, черт, вспоминай, сука. Захват, уклонение. Попробуем так. Подожди, управление. А Д у меня что использует? Д у меня ничего не использует. Управление. Так, подожди. Так, ну это мне сюда, хорошо. Так, здесь у нас все сейчас будет заточено на... Готово. Отлично. У нас уже по две части каждого. Пришли. Виль я болото. Париж здешних тросин. В стволе этого огромного дерева должен быть портал в мир живых. Ого, в наших краях нынче редко встретишь лучадоров. Добро пожаловать в Вилья Болоту. А у тебя нравятся уютные маленькие городки? Никаких спешки, не то что в этих мегаполисах. Тишь да гладь. Чудеса в решете. Живой лучадор в мире мертвых. Не каждый день такое увидишь. Раз, два, раз, два. Здравствуйте, незнакомец. Прошу, извините. Я проработываю детальные мышцы. А ты не желаешь немного подкачаться? Надеюсь, мне не нужно объяснять, что тогда тебе придется хорошенько поработать.
Чтобы увидеть, какие тренировки я для тебя приготовила, нужно открыть окно умения, нажав кнопочку Tab. Скоро мы тебе так подкачаем, что любому штангисту фору дашь. Восполнение здоровья до максимальной. Жизненная сила. Выносливость. Воспользуй выносливость до максимальной. 3500. Жизнелюбие. Убийство врагов будет приносить больше здоровья. Собрать сундуки с ОЗ. Энергетичность. Выносливость будет восстанавливаться быстрее. Собрать сундуки с ОВ. Курник лют. Убийство врагов будет приносить больше золота. Собрать сундуки с золотом. Золото 6250. Это отсылка на что-то, я как понимаю, с золотом. 6250. Ну, 6250. Медитация. Восполняет здоровье и выносливость. Зажать... Так, изучить все умения. Собрать сундуки с ОЗ. Золото нужно. Ясно, это типа у нас тренеры. О, привет, Хон. Как насчет дополнительной кардиотренировки? 4 километра на беговой дорожке. Что ты на меня так смотришь? Награду хочешь? Тренировка уже сама по себе награда. Ладно, так и быть. Подброшу тебе немного золотишка. А теперь покажи, на что ты способен, Лучадор. Тебе не помешает подкачаться. Вот это уже лучше. Еще немного, еще пятка носок, пятка носок. Молодец, деньги лучше мотивация. Говорят, существует тайное куриное общество, которое управляет всеми вселенной. Что, не веришь? А я правду говорю. И вовсе это не лапша на уши. Я верю, тебя уже встречали. Интересно, как их разблокировать? Предзаказ нужно было брать. Зачем скелету понадобится подружка? Он чувствовал одинокость. Ха-ха, я тоже чувствую одинокость. К востоку отсюда находится таинственный нефритовый храм. Говорят, там живет гигантский скелет. Так страшно. Flamecast Findors. О, телепортирующие эти головы. Этот портал приведет мир живых. Пройди сквозь него, когда будешь готов. Совет ждет. Этот портал ведет в мир живых. Пройди сквозь него, когда будешь готов. Совет ждет. Нихера здесь орут. Хуан, добро пожаловать, Хуан. Да, Сатан, ты молодец, все-таки привел Лучадора. Потрясающе. Хуан, мы совет Уай Чифа. Приветствуем тебя в нашем тайном убежище. Мы полагаем, что Сальвадор хотел добраться до священного Гуакамоле. Давай я объявлю, что это такое. Когда-то давным-давно Гуакамоле был любимым лакомством тамплиевский. Он несколько столетий доводили рецепт до идеала. Но всякий раз, когда он доедал гуакамоле, печально катывал на него с новыми что-то там идеями. Пока однажды темпочли не осенило. Другой мир. Место, где все времена сливают воедино. Если соответствует гуакамоле прошлого, настоящего и будущего... Разумеется, этим очень никогда не подпускал к своему сокровищу. Смертные были строго-настрого запрещены вкушать его священную гуакамоле. Потом бог спрятал ключ к другому миру внутри трех магических реликвий. И уснул крепким сном. Мы полагаем, что Сальвадор
хочет съесть священную гуакамоле, потому как думает, что она наделит его божественной силой и исцелит. Но если он завладеет всеми реликвиями четыре дыры, станут еще больше. Нефритовая реликвия находится в нефритовом храме, к востоку отсюда, Хуан. Опереди Сальвадора и забери ее. Священный гуакамоле. Скорее, Хуан. Нефритовый храм. Время не ждет. Ты меня слышишь? Кыш, брысь. Шевелись булками. Этот Сальвадор бесстрашный змей. Жуткий тип. От одной только мысли о нем у меня поджилки трясутся. А эта хранительница маски от стада та еще штучка. Ноги от ушей. Представляю, как она врагов направо и налево пинает. Наверное, даже пиньяту в космос забросить сможет. Будь осторожен, Хуан. Нефритовый храм под завязку забит скелетами. Ну что, тогда отправляемся. Хотя, давайте, думаю, на этом мы закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. И нихера тут синеньких этих. И всем пока.